Мы пришли неделю спустя посмотреть, как он подрос. И он стал такой игривый. Ja. Den har gjort illa sig. Jag tror det är bra att gå lite vid. Hästen kan slå benen. Det vet jag. Jag blev ju avspärrad. Он так осмелел. Такой игривый, такой клёвый. Ты думаешь, ты мальчик или девочка? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Надо прийти еще через неделю. Он испугался бегуна, получается, что ли? Он писает. Хестон киса. Вот за что мне очень нравится еще Швеция, за то, что можно не только природой наслаждаться, можно выйти и увидеть еще и животных. Это мне очень важно. Возможно, кому-то это не нужно, а мне прям как бальзам на душу. Может, мне надо было стать фермером, не знаю, но мне нравится. Всем пока и до новых встреч!